Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Юлия Иванова. Коротко об основных темах выпуска. Демократичная инновация в поселке Томилино состоялась внутрипартийное голосование по системе «Праймерис». Зеленое хозяйство. С работой томилинского лесничества познакомилась наша съемочная группа. Лето в городе. В детском оздоровительном лагере на базе 10-й школы ребятам скучать не приходится. Море танцев и отличного настроения. 10 лет отмечает в эти дни образцовый коллектив хореографического ансамбля «Волшебная страна». Очередное внутрипартийное голосование «Праймерис» по предварительным кандидатурам на должность главы поселка Томилино и депутатов Совета единороссы провели в гимназии номер 18. Там партийцы утверждали будущего руководителя городского поселения и народных избранников. Подробности у Евгения Масанова. «Праймерис единороссы в Томилине проходит во второй раз. Кандидатом на пост главы и Совет депутатов сначала определили на микрорайоне птицефабрика, а теперь вот и на северной стороне поселка, собравшись в гимназии номер 18». Ну, сегодня у нас в Томилино проходит заключительный марафон наших праймерисов. Это предварительного партийного голосования. У нас сегодня будет три первичных партийных организации, которые базируются как раз на территории городского поселения Томилино. И будут рассмотрены два основных вопроса. Первый вопрос – это выдвижение кандидата на должность главы городского поселения. И второй вопрос – о выдвижении кандидата в Совет депутатов городского поселения Томилино. То есть через выдвижение кандидатов, через первичных. Здесь у нас, сейчас мы завершаем уже, мы разделили вот Томилино на два таких вот куска. У нас будет проведен полицовет, на котором мы будем представители Люберецкого местного отделения партии. Родилась, в Томилино в 91 году, то есть мне сейчас будет около 19 лет. Училась также в 14-й школе, потом перешла в 8-ю школу. Ну, причины были свои, закончила я хорошо, поступила в Российскую таможенную академию. Там учусь на юридическом факультете, перешла уже на третий курс. Марафон праймеризов в Люберецком районе заканчивается. Против. Итоги будут подведены на партийных конференциях единороссов. Тогда Николаевским организованы. Кто из партийцев будет бороться за мандат на пост главы городского поселения в Томилино, Октябрьске, Малаховка, а также за то, чтобы представлять интересы жителей местных советов и образования. Валентина Верченко, Евгений Масанов, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение.